честно признать, что определенные недоработки у нас есть и были в части особенно благоустройства. Такая часть это было на наследие того, что было определенный такой дележ, там тут Минобороны, тут край отвечает, еще что-то. Мы с этим будем, вернее, этот подход мы будем искоренять. То есть для меня нету разделения за то, не за то. Это наши люди, наши жители, мы всем должны создавать комфортные условия. Те приоритетные направления, по которым Вилючинск нужно благоустраивать, нам важно зафиксировать, чтобы у нас общее было понимание. И по ним последовательно идти. Как только у нас возможность появляется, сразу двигаться по этим этапам благоустройства нашего города. Основные проблемы я зафиксировал сегодня. Обязательно поручение соответствующей дамы на контроль поставлю.